С вами ваш русский репетитор. Меня зовут Лариса. Здравствуйте! Во многих домах на кухне, на холодильнике можно увидеть магниты. Магнит на холодильник – это сегодня популярный сувенир и элемент декора. У меня на кухне, на холодильнике тоже есть магниты. Сегодня я расскажу вам, какие магниты у меня есть и откуда они. Готовы слушать и смотреть? У меня на холодильнике много магнитов, ведь я много путешествую. Это сувениры из разных стран, городов и штатов. У меня есть 5 магнитов из России. Этот магнит я купила в Москве. Он из Москвы. Этот магнит тоже из России, из города Рязани. Рязань – это город, где я родилась и выросла. Этот магнит из моего родного города. Этот магнит из Горного Алтая. Горный Алтай находится на границе России, Монголии, Китая и Казахстана. Этот магнит из Краснодара. Краснодар – это город на юго-западе России. Я была в Краснодаре 3 года назад и купила там этот магнит. А этот магнит мой любимый. Он из села Константиново. Село Константиново – родина поэта Сергея Есенина. Это место, где он родился и вырос.
Сергей Есенин, мой любимый русский поэт. Клён ты мой опавший, клён заледенелый. Что стоишь, нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий. Не дойду до дома с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую обнимал березку. А теперь магниты из Европы. Этот магнит из Дании, из Копенгагена. Его подарил мне мой сын, когда вернулся из Скандинавии. Рядом, справа, магнит из Германии. Из какого города этот сувенир? Этот магнит из Мюнхена. А этот магнит из Австрии, из Зальцбурга. Я купила его в 2008 году, когда путешествовала по Европе. Этот магнит из Англии, из Виндзорского замка, резиденции британских монархов. А вот эти магниты из Северной Америки. Этот магнит Сомбреро из Мексики, из города Канкун. Этот магнит из Канады. А этот с Ниагарского водопада. Несколько магнитов из разных штатов Америки. Этот магнит из штата Флорида.
а этот из моего любимого американского города Вашингтона. Это дамба Гувера, одна из крупнейших дамб Запада США. Находится в штате Колорадо. Этот магнит из штата Колорадо. Этот магнит из Нью-Йорка. Этот магнит я купила в Гатлинбурге, в штате Теннесси. Этот магнит из Гатлинбурга, из штата Теннесси. Гатлинбург – это горнолыжный курорт. Рядом магниты с Северной Каролины, с острова Изумрудный. Северная Каролина – это штат, где я живу. И этим летом, в июне, я отдыхала на острове Изумрудный. Последние два магнита тоже из Северной Каролины. Этот из поместья Билтмор, из города Эшвилл. А этот из национального парка Great Smoky Mountains. Конечно, я рассказала вам не обо всех магнитах, которые у меня есть. И не все магниты висят на моем холодильнике. Их слишком много. Потому что я давно и много путешествую. А у вас есть магниты на холодильнике? Откуда они? Из каких стран? Из каких городов? Пишите в комментариях. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза. Ваш русский репетитор.